Всем привет, уважаемые казахстанцы! Я люблю вас очень-очень сильно. Многие люди пишут поддержку, и это очень ценно. Я сейчас вышла, вот эти сутки, я все время читала ваши комментарии, и знаете, то, что вы пишете, это доходит до моего сердца. Я так дорожу вами, вы не представляете. Я вообще все время, знаете, радостная. Почему? Потому что мое сердце испытывает удовлетворение от того, что я делаю, от того, что я не безразлична к проблемам в моей родине, и от того, что я не стою на стороне. И когда я вообще начинала говорить правду, попыталась поступать по совести, поначалу было сложно, потому что я думала, что я одна такая, и меня никто не понимает, потому что все отговаривали, говорили: «Диана, иди выходи замуж, живи для себя, рожай. Зачем ты там вмешиваешься? Про коррупцию зачем говоришь? Про продажу земли зачем говоришь? О том, что политические заключенные сидят в тюрьмах, зачем это тебя, говорит, касается?» То есть вот такие вот комментарии, они останавливали, задерживали меня, но несмотря на это все, я продолжала делать. И спасибо большое, мы любим тебя, вот пишут, я вас люблю. Знаете, когда я сидела эти 15 суток, бывает же духовный мир, душевный мир. Я вот духовно ощущала, что я не одна, что все казахстанцы за меня, они молились за меня, баталарн бирб, дугаларн окоп, боролись за меня. И я вот это ощущала. И всегда рядом со мной Биба Мамай. И я всегда из-за этого была на позитиве.